So I'm gonna show you a little bit. Тьфу, по-каковски я должна разговаривать. В общем, покажу маленько вам базар в Охопи в Новой Зеландии. Ну вот, в общем, вот такой базарчик тут маленький. Охопи — это маленькое такое на побережье поселение. Ну вот тут базар, значит, местные приезжают люди, кто что выращивает или что-то делает. Вот. Вот это вот стол, где наши тут продукции. Вот, это я тут наделала соли всевозможные. Вот я наделала тут винегар и масла. У нас обычное масло кончилось, вот осталось только с лаймом и с оранжем. Вот что еще тут я имею? Экстракты я наделала всевозможные. Вот что еще у меня тут? У меня есть духи, но они дома. Тут вот у меня духи, блаш, типа на щечки можно наложить. Вот тут у меня еще много всякой продукции, которую я сама сделала. На ночной и дневной крем. Вот тут духи с золотом, масло с золотом. Ну, в общем, все это для лица, и я использую в своем салоне. Ну вот, фрукты, наши заготовки всякие. Hello! Hi! Вот это наш костоправ. Ну вот, у нас тут еще фрукты, сливы разные. Вот это называется Луиза слива. Вот она какая красивая, вкусная. Ой, вообще, съем маленько. So for a start, I'll have plenty later. Yeah.